Шановні рей! Теперь на один счет дзёдан, тюдан, гэдан. Ич. Ос, ос, ос. Ни. Ос, ос, ос. Сон. Ос, ос, ос. Одновременно. Ич. Ос, ос, ос. Ни. Цуки, чуть-чуть посмотри и бац, повторил. Руки зачем поменял? Впереди левая ручка. То есть первый удар мы делаем, начинаем с правой руки, соответственно, правая сзади. И пошли средний уровень. Проверять. По центру? По центру Макс рука. Вот смотрите, если вот так вот взять. Пояса надо, чтобы когда вы делаете, чтобы у вас была одновременно рука вперед и назад. Хикитэ, чтобы присутствовало. Раз, вот с этого положения локти прижаты, сбоку не идут. И вкрутить туда. Раз, крутить. Раз, можно вот так вот даже. Крутить туда, чтобы локоть снизу был одновременно. Эч. Ос. Не. Ос. С. Ос. Си. Ос. Ге. Ос. Ры. Си. Макс, жестче, жестче, жестче. Хэй. Ос. Ку. Ос. З.
Дзю. Ос. Слишком. Не поворачивайся вперед, Саня, плечо, чтобы слишком вперед. Да, чуть-чуть назад. Дзёдан. Эйч. Ос. Нагрузка другая совсем, нежели соревнования. Тоже устаешь. Там на взрыв, а тут статическое такое. Ты держишь кратковременно. Бас напряг. Эйч. Ос. Не. Ос. Макс, повыше руку, вторую дальше назад. С. Ос. Си. Ос. Г. Ос. Р. Ос. Си. Ос. Хи. Ос. Ку. Ос. З. Ос. Ален, старайся со всеми вместе, ладно? Ну, в ритм, чтобы попадало, чтобы вот четко было все. И три уровня на один счет. Эч. Ос. 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 Ни. Ос. 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 И побыстрее. Сон. Ос, ос. Ос, ос, ос. Г. Ос, ос, ос. Р. Ос, ос, ос. С. Ос, ос, ос. Х. Ос, ос, ос. К. Ос, ос, ос. З. Ос, ос, ос. Х. Ос, ос, ос. Не. Ос, ос, ос. С. Ос, ос, ос. Молодцы. Дзёда нуке. Эйч, левую ручку поставили, левую ручку сверху, сверху левую поставили. И на три счета. Первый эйч. Раз. Первый счет был, первую ручку поставили, ручку поставили. За всеми повтори, за всеми повтори. Не придумал ничего. Здесь рука у нас по центру должна находиться чуть-чуть ближе сюда. Согнута примерно ну, под 45 градусов. Здесь назад. На три счета так. Ни! Ос. Ровненько. Относительно пола ровненько, вертикально. Здесь 90 градусов. Сон. Ос. В конце, да, обязательно здесь. А в этой так, и чтобы ты, во-первых, смотришь вперед, а не в бок, рука остается на месте, смотришь вперед, блокируешь не вот этим местом, которое по центру над тобой, а вот этим. То есть больше плечо вперед, спинку выпрямил, ручку повыше сюда, вот так, да, и смотришь вперед. Раз. Потому что потом привыкнешь, начнешь цуки бить, и будешь поворачивать головой, крутить в разные стороны. Когда это в движении, в камаэте, в боевой стойке, там 3-4 удара, будешь головой крутить. Вот так будешь болтаться, не будет равновесия и так далее. И пошли. Эч! И кому-то локтем нанесли удар. На три счета мы делали. Задача была на три счета. Ней! Сон! Вздыхать не надо, потому что можно проанализировать хотя бы результат соревнований, как бы. А если бы таких 10 человек там было, то вообще бы никакого места не было. Ручки вместе все сделайте одновременно. Эч, локтем. Раз. Ней. Ос. Сын. Ос. Эч. Ос. Ней. Ос. Сын. Ос. Эч. Ос. Ней. Ос. Сын. Ос. Эч. Ос. Так вот, не пригибай. Помнишь, положение силы здесь слабое, а здесь вот уже пожестче. И ножки на ширине плеч. Ни. Ос. Сон. Ос. Эч. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. Эч. Ос. Ни. Ос. Сон. Ос. И на два счета. Эч. Ос. Локоток дальше туда, Сань. Относительно линии атаки, куда ты делаешь, тоже 90 градусов. Раз, и вот таким вот образом, так удобно, конечно. Здесь вверх пальчик, и здесь вот так вот, да, вертикально. Раз. Сначала будет неудобно, потом привыкнешь. Неудобно и тяжело первые 3 года, потом привыкаешь. Эч! Сделали! Левая ручка впереди. Левая, 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 левая. Повторяй за всеми. Что-то можно не понимать, но повторять можно. Правильно жить, да? Это не списывать.
это, ну, вовремя сориентироваться. Эч. Ас. Локоток дальше вперед. Ней. Ас. Эч. Ас. Ней. Ас. Эч. Ас. Соберись, ручки, все ждем сейчас тебя. Все 8 человек. Ней. Ас. Эч. Ас. Ней. Ас. Эч. Ас. Ней. Ас. Надо успевать двумя ручками. И на один счет, минуя вот это промежуточное положение. Эч. Ас. Ней. Ас. Сон. Ас. Саня, руку чуть-чуть повыше. Если вот, ну потом посмотришь в ролике, ладно? Я по ссылке добавлю, чтобы можно было посмотреть со стороны, потому что то, что сам делаешь, не всегда соответствует тому, что видят другие. Бывает как бы, ну вот. Вот здесь вот, то есть нанесение надо, чтобы не по центру, не вот это место, а вот это. То есть раз сюда и выше. Коля, у тебя тоже, если посмотреть, получается, голову видно будет. Это проверяется таким образом. Если вот так вот посмотреть, то есть мы сделали, да? Так вот я стою, видишь, голову видно, да, сверху? А то, что видно голову, то есть, вот здесь, остальным рядом. Если голову видно, значит, попаду однозначно, будет видно, что пониже, то есть надо туда повыше. И одновременно в конце, одновременно, вверх и назад. Эч. Ней. Ас. Сун. Ас. Си. Ас. Гэ. Ас. Рыб. Ас. Сеть. Ас. Хит. Ас. Ко. Ас. Зе. Ас. Эч. Ас. И мугурой. Мугурой. Еще один, Александр. Мугурой. 10 раз. Хорошо. Ас. 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 Обязательно через вот это промежуточное положение, обязательно через него. Поднимаешь, раз, и вверх. То есть, если посмотреть, как нам делать, да, опять же, кто не был на прошлой, то есть мы не делаем с одной скоростью, делается с небольшим ускорением, с жесткой постановкой, расслабление. Раз, поставили, раз, такое, выкидываем. Выкидывание, то что с ударами делается, что с другими блоками, то есть с небольшим ускорением фиксации в конце. Сэхи майга на барей. Левую ручку поставили. И на два счета. Эч. Замах. Рука по центру. Так, чтобы если в пах будет наноситься удар, как бы, да, чтобы не попадал. То есть по центру у нас. По центру. Вот сюда вот больше, по центру, сбоку, если посмотреть, у тебя кисть чуть-чуть отогнута, раз, ровненько, чтобы сверху ровненько верхнее положение было, по центру, по центру, по центру, по центру, красавчик, но рука, вторая рука, она в районе уха. И чтобы до такой степени, чтобы локоток по центру стал, здесь небольшое расстояние. Пальчик здесь у нас вот сюда вот становится. Раз, здесь по центру, чтобы вот спереди не вот это место, которое травматично, а локоть пусть будет, как больше будет защищен. Хорошо? И здесь тоже по центру, по центру, по центру. Ней! Ручку подальше. И пошли. Эч! Не! Эч! Не! Ас. Эч. Ас. Не. Ас. На один счет. Эч. Ас. Не. Ас. Сун. Ас. Си. Ас. Гэ. Ас. Рэ. Ас. Си. Ас. Хэ. Ас. Ку. Ас. Зю. Ас. Эч. Ас. Не. Ас. Сун. Ас. Си. Ас. Гэ. Ас. Рэ. Ас, си, ас, хи, ас, ку, ас, зю, ас. Зерна поделали, это поделали, ручки подняли, хит с гамма двери. На один счет, эйч. Ас.
Хос. Начинаем с правой ноги. Не. Хос. Сын. Хос. Эйч. Хос. Ножки на ширине плеч, Александр. Вместе, не путай ноги. Другой ногой сделал, значит, не понимаешь, как бы. Делаешь сам по себе, как бы. То есть в команде не работал. Может, сам там готовился. Эйч. Хос. Не. Хос. Сын. Носочек тянем. Си. Хос. Гы. Хос. Ры. Хос. Си. Хи. Ку. З. Кенгери. Эч. Хос. Ни. Хос. Сын. Хос. Макс, разнобой делайте. Надо как руками. Потому что мы будем очень долго это делать, пока вместе не начнем делать. Чтобы не возвращаться потом на серьезным вещам, как бы, вот не надо так делать. Вот, соберись, встань, все. Эч. Хос. Ни. Хос. Сун. Хос. Си. Хос. Гы. Хос. Ры. Хос. Си. Хос. Хи. Хос. Ку. Хос. Какой сейчас ногой наносим удар? Эч. Хос. Ручки подними выше. Вот смотри, вот когда наносит удар, да? Наносит удар, держит на одном месте. Эч. Он на одном месте держит. То есть в момент нанесения удара любого, когда вот ты привыкаешь к этому, да, технику делаешь, и в момент любого нанесения удара потом ты будешь мая еле бить, ушира еле бить, ты будешь стремиться держать руки на одном месте. Принцип такой. Если ты их опускаешь, потом в бою также будешь. Опустишь голову, прилетело, упал. Минус один сусик. Раз. Локоточки ближе сюда, вот так вот немножко, да. И пошли. Эч. Хос. Ей. Хос. Сын. Хос. Си. Хос. Си. Хос. Ры. Хос. Си. Хос. Хи. Хос. Ку. Хос. Джи. Хос. И два разика. Эч. Хос. Хос. Ней. Хос. Хос. Сын. Хос. Хос. Си. Ос. Г. Ос. Ос. Р. Ос. Ос. С. Ос. Ос. Макс, заметил, что шатаешься немножко, да? То есть устойчивость положения немножко такая. Ноги прямые, если присохнут, чуть меньше будешь шататься. Его центр тяжести. Чтобы сделать быстрее первый, второй удар, примере кенгери, можно понять, что ты не переносишь слишком центр на левую ногу, чтобы не стоять долго. И потом перемещаться, перемещать центр тяжести на другую, наносить следующий. То есть можно сделать раз, если второй не делать, ногу не поставить, то есть ты падаешь уже. То есть как бы слишком на левую ногу не падать, не переносить центр, когда вы берете правую. Раз. Ты автоматом убираешь. Раз. Автоматом уже убираешь. Вторая нога тянется вслед за первой ногой, то есть быстрее будет. Эч. Раз. Первый сам сделал, второй раз. Ну, один раз сделал, и потом, я говорю, два разика. Кто-то раз взял, первый сделал. Вот тот молодец. Эч. Ос. Ос. Начинаем правый, левый, правый, левый, правый, левый. Ней. Ос. Ос. Лоб, руки здесь, чтобы голову не прилетало. Сам. Ос. Ос. Кислорода хватает? Ос. Сеть. Ос. Ос. И мукуры 10 раз. Хорошо. Ос, 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 ос. Когда делаем такие вот точки, как вот мы наносим все удары, надо, чтобы кулаки ровно стояли, локти тоже ровно. Чтобы не двигалась рука в пол куда-то так, чтобы они ровно наносишь. Ус, ус. Как бы треугольничек вот этот, кулак-кулак-голова, чтобы он сохранялся. И локти не отходили, чтобы треугольничек не становился таким здоровым. Локти отходят, открывается защита ребер, правильно? Я думаю, что в технике это не особо существенно, вам никогда не делают такие замечания, да? Ну, если так не ставите, да? Но для поединка вы привыкаете. А технику какая много, привыкните, будете потом стоять. Когда эти ребро сломают, либо туда влетит хорошо, это нокаут. Правильно? То есть надо раз,
даже на примере вот этой такой работы в технике, при его качестве вот руки были здесь. Привыкнешь, будут руки здесь. Неудобно, через не могу. Какие еще удары мы блоки не сделали на 10-й кюр? Молодцы. Фудодати. Ос. Кихон ката. 10-й кюр. Есть. Здесь ручки раз, вот они вот вместе, ручки. У нас здесь становятся пальчики вместе прямо, чтобы указывать. Если положить на что-то ровно, то есть вот такое положение. То есть вот, касается мизинчик, второй, третий, четвертый и шатырь. Ровно. За раз ставим локти вот так, чтобы мы стояли и не будем подставить. Очень не были ровненько. Оп, чтобы левая, правая рука и левая, чтобы они вот на одной высоте были. Еще такая вот ошибка встречается, как бы одна прижата сильно, другая нет, либо наоборот, как бы там, ну, то есть примерно на одинаковом расстоянии от головы закрыться. И когда вы будете, в конце сжать надо их кулачки, но не расслабленные. То есть, так дырок не должно быть, да. То есть раз, такой вот, натянули стоит. И пошли, кихон ката. Эч. Ос. Ни. Ос. Сын. Ос. Си. Ос. Г. Ос. Уровни не путай. У всех тюдан сейчас, а у тебя гэдангу. Ни. Ос. Вторую руку чуть-чуть дальше. И удар у тебя, вот когда мы серию ударов начали делать, не одиночные, не по центру рука находится. Надо, чтобы по центру была. Если бы стол бил бы, попал бы тудун, тудун, понял смысл, да? То есть, если бы стол перед тобой стоял какой-то, да? Вот он стол, и ты наносил бы по нему удары, если бы ты бил в сторону, то ты бы не попал по нему. А по противнику надо попадать. Логично. По центру. То есть все удары вертикально нужны. Эч. Ос. Левая рука все. Правый, левый, правый, левый, правый, левый, так до конца. Ней! Ос! Другая рука. С! Ручки поднимаем. Ос. Поднимаем, потом коленка пошла. Эч! Правый кингери. Ос! Ще! Эч! Побыстрей. Ос! Между кулаками пояс. Ней! Ос! С! Си. Ос. Г. Ос. Ры. Ос. Си. Ос. Рука, 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 рука. Не шевелимся, Кирюха, не шевелись, не сокращайся. Ровненько сделал стой, как оси. Она смотрит внутри. Тело это тело всего лишь, оболочка она берет, смотрит там по сторонам что-то свое, правильно? Г. Ос. Ры. Ос. Си. Ос. Ща-ща. Мугурей. Один раз. Запомни просто порядок, в котором делается, и будет легче. Не. Первый мы делаем, да, молодец, коленкой, а второй уже кингери. Ну, порядок запомнил, сейчас мелкие детали доработаем и все. Асюха хочет новый телефон купить, подложил там, где я хожу, короче, постоянно. Все? Ос, 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 ще! Вот бывают начинающие, они делают, как бы, скажем так, то есть они вроде попробуют изобразить, то есть делают правильно, правильно, правильно. Вроде правильно, как, ну нет таких ошибок, как бы, да? То есть вроде все правильно делают, да? Те, которые по уровням повыше, они делают уже, то есть немножко по-другому. Они напрягают в конце. Напрягают. 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 Живот напряжен. Напряжение. Напряжение. Напряжение, напряжение, напряжение. Ши! То есть они просто как бы вот
есть у нас спортсмены, не буду говорить, чтобы наши тренеры не обижались. То есть вроде вся техника нормальная, но как-то вот все это как бы там. С одной скоростью нет ускорения, но удара, жесткости нет вот этой как бы. Ну, так вот как-то. Эч! Ос! И расслабились сразу же. Ней! Ос! И расслабились. Нужно уметь напрягаться и обязательно расслабляться. Сын! Ос! Си! Ос! Гэ! Ос! Ри! Ос! Си! Ос! Хэ! Ос! Ку! Ос! Зу! Ос! Ще! Мугурый! Три разика. Хаджимы. Ос! 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 Ще! Ос! 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 Ще! Ос! 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 Ще! Еще бывает, этот спортсмен делает хорошо вроде все, а вот 2-3 раза, 4-5, как вот у телефона как бы. В браузере одну вкладку открою, вторую, третью, все хорошо работает, 20 открою, потом начнет плохо работать, да? Особенно если там куча картинок, и такого памяти мало у телефона, то есть он подтупливать начинает. Тут спасает чего? Научиться расслабляться, чтобы не подтупливать, как бы, да? Потому что нервная система, мозг, ну, расслабляется внутрь. Раз и много раз повторять просто, чтобы нарабатывалось, чтобы автоматически шло какой-то, ловился на мысли, что бац какой-то, блин, я не перепутал руку, как бы сделал не на этот бок, а вот было такое, потеря, что сделать, я не знал мозг, а тело подсказало, и ты сделал именно тот элемент, который необходим, зависит от тебя само, потому что накатано, оно вот идет. Первые вот такие вещи поделать, и вот вспомнится сразу же вся программа. Чем чаще катал, вспомнится на свой пояс, на старший, на все остальные. Макс, пояс поправь, пожалуйста, надо, чтобы он посередке был. С какой стороны у нас делается? Слева, справа? Справа. Справа? Да. Точно? Да. Приготовились. И мугурой. 10 раз. Хаджима. Ос, 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 ще. Ос, 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 ще. Ос, 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 ос. Назад отступает и в левостороннюю дзинку сюда становимся. Раз. С блоком Гэнон Барай. Шива. Команды потом привыкнешь. Я понимаю, что это разная техника, как бы. Но есть еще такие нюансы. То есть. Допустим, человек приходит с другой организации, у нас сделано этап и так. Когда он сделает так, ничего страшного, особенно на первой тренировке, на второй, на третьей, на работе. Если
10-20 там. Все так делает, то есть будет понятно, что не стремится. Когда рука вот так вот находится, это уже неправильно, да? То есть рука здесь. Суть, когда мы делаем сами, не сбоку рука, а здесь. Когда мы делаем все это МХ, раз положение не вот здесь. Вот так, у нас так же делаем. А вот так вот. То есть чтобы 90 градусов, чтобы положение силы было, чтобы не сняли тебе всю защиту. Вот, когда хидзагири делаем, от коленки или на стоп, то есть не в сторону, вот так вот, вот бывает, как вот так вот делаем, ну, увлеченно часто, как бы. То есть вперед. Здесь вертикально не должно быть, а слышишь, тянется. И сэкин марута цуки. Вы забыли, как называется удар? А, не стали ставить. Эч! Поправь. Назад пойдешь, там собьется все. Руки плавают, болтаются. Макароны должны быть не тонкие спагетти, а толстые, русские такие настоящие. Чтоб ветер подул, их не болтало какая-то, знаете. Идешь, короче, там, гамбургеры, короче, да, такая рука. Здесь, а это такая завертка, чтобы они не крутились вот так вот в разные стороны. Не! Ос! Сын! Ос! Малты! Ше! Эч! Ос! Не! Ос! Сын! Ос! Кирюха, сзади нога прямая, прямая, прямая. Сын! Средний уровень. Маута всегда средний. Делай. Встали и жестко не шевелимся. Если шевелимся, надо устать будет, как бы, для того, чтобы вам не захотелось шевелиться. Ну что, вот такая штука. И пошли хаджимы. Эч. Дзёдан. Второй дзёдан. Третий гэдан. Между кулаков ширина пояса. Надо, чтобы ширина пояса была. Передняя ножка вот здесь, смотри, видишь, как у Макса ровненько. Ты знаешь, это так же, да? Между ног чуть пошире у тебя на одной линии где-то вот там. Надо пошире. То есть заднюю сторону. Да-да-да. Заднюю ножку сюда. Переднюю ножку согни. Бедра доверни. Не вот так. То есть ножку сюда и бедра довернуть. Ровненько стоять. И стой так. Терпи. Не ломайся. Эч. Ос. Ни. Ос. Маоте. Ос. Нужно вперед наносить. Вперед удар наносить. А ты чуть-чуть в сторону. И стоечка, смотри, у тебя сейчас какая. Вот, поправил, молодец. Не на одной линии, ты стоишь вот так вот на одной линии, а тебе нужно вот так стоять, пошире немножко. Вот. И бедра довернуть не так широко. И еще ошибку, что заметил, когда ты делаешь замах ручки на себя, вот здесь носочек, поворот у вас делался, поворот, ну, стопу подготавливали для перехода, да? Вот здесь так вот делай, перешел. Эч. Отсюда локти прижимая к себе. Ни. Сум. Перед шагом подготавливаешь и потом шагаешь. Мало ты. Ножку чуть назад поставь дальше. Молодец. Переднюю ножку согни. Вот здесь согни. И делаем заступ ногой и замерли. Эч. То есть все правильно. То есть, когда мало делаешь, нужно делать таким образом. Договорились? И в будущем ты должен это делать не только тогда, когда попросили именно сделать на этом акцент, да? На носочек, ножку согни, вот это согни ножку, опа,
спинку выпрямим. На нас нужно постабилироваться так. Вот. Ровненько. Молодец. Ней. Повернулись и нанесли удар. Хатай, стойку поменяли. Это мы сейчас для тебя показываем. Стойку вышел, ноги на ширине плеч. Заднюю ножку чуть в сторону. Руки вместе и по центру. Ну, расстояние пояса. Заступ. Эч. На носочек. Малате. Раз. Подальше. Подальше. Поглубже туда. Нет, не туда подальше, а поглубже вправо. Заступ. Вот. Чтоб на ширину плеч. Ножку переднюю согни и заднюю согни. Ниже сядь, перестанешь качаться, сам заметишь. Видишь, не качаешься, а на прямых будет болтать в разные стороны. Ней, повернулись. И пошли вперед. Эч. Ней. Сон. И еще разочек. Эйч. Вперед. Молоты. И до конца мугуры хаджимы. Ос. 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 Ше. И тут смотрите еще, что можно поделать. Как бы представить, что когда ты переходишь, чтобы переход у вас не получалась такая штука, вот она вертикальная, как бы раз, чтобы не было раскачивания его, как бы вот такого раскачивания, да, его, когда вот этот перст переносит, либо вниз и чуть-чуть он будет раскачиваться. Надо, чтобы не раскачивался, чтобы ровно. Как здесь люди делают, наносим, они не шевелятся, верхняя часть тела не шевелится. Так и здесь корпус. Одни ножки ходят, бедра доворачиваются, плечи, но влево-вправо идет назад, чтобы вот качание в тех местах, где это не должно быть, их не должно быть. Кирюха, руки держи, а то будет как на соревнованиях, только на экзамене уже. Ножки, ножку пошире, Саня. Заднюю ножку в сторону, вот так вот. И так всегда стоит. Каждый раз ты неправильно будешь стоять, я тебя буду поправлять. Раз, второй, третий, десятый, не будешь понимать, за каждый по 50 приседаний будешь делать, и сразу же поймешь, на третий раз уже после этого. Поэтому сразу же делай, как бы, хорошо? Скидок делать не буду из-за возраста, вот. Так у тебя быстрее получится, и быстрее придешь в норму. И остальные не станут нервничать, а то сейчас вот я вот прям, я мысли умею читать. Я бы его сейчас прибил, эту мелочь, зачем вы его сюда привезли? Есть такое? Нет? Говорит, нет, значит, не умею. Эч. Ос. Ней. Ос. Цум. Ос. Молоты. Ще. Эч. Ос. Ней. Ос. Цум. Ос. Молоты. Ще. Науры. Коля, выйди вперед, пожалуйста, лицом ко мне сюда встань. Иду дайте. Майга на бараи. Камайте. Ще. И вот он сейчас делает малоты. Марута Цуки, сделай удар на месте. Красавчик. И вот он делает малоты, и надо нам посмотреть. Он стал специально таким образом, чтобы мы видели это. Раз. То есть опустим то, что он сделал дзюд, он потом опустил, как бы, да, но вспомнил, что это малоты. Еще разок. Но у тебя три движения было, да? Первое заступ, второе руки подвел, третье поворот. Можно сделать заступ, руки подвести. Попробуй сейчас еще. Раз. Вот. Ну, то есть убрать лишние движения. Кирюха, понял? То есть, когда мало ты делаешь, науры. Мало ты делаешь, руки не ведут сейчас. Ну, то есть, раз, повернулся. Майги на бороде. Соберись, тут его нету, тут я есть только. Только на меня смотри, на него не смотри. Неважно, что он там делает, тебе нужно смотреть на того, кто тебе показывает, там интереснее. Поверь на слово, более полезно и все такое прочее. Майгенбара, есть, стали. Майте!
Секен Уицуки. Эч цюдан. Старайтесь без заваливания влево-вправо, прям ровненько, как поезд. Он едет же по рельсам, он вот так не качается, как это, да? Ровненько, жум. Ней! Ос! И чтобы как вот удары, ше-ше-ше! И здесь также нужно вместе, дружно и резко делать это. Чтобы удары, как у противника, быстрее в два раза, это плохо. Ясно проиграете. Сон! Здесь тоже быстрее надо. Ос! Маоте! Ще! Ич, почет. Ос! Ней! Ос! Сон! Ос! Кирюха, сзади нога должна быть полностью прямая. И вот эту часть, да, чтобы прижималась, а у тебя, когда поднимается, то сгибается колено. А если сюда, вот так вот. Так поставь. Раз. Выдвини. Видишь, так оно все-таки может выдвинуться, да? Вот, прямая была. То есть, от соответствия как бы нескольких параметров. Насколько нога вперед, раз. Насколько бедро, тогда вот и колено само выпрямится как бы. Эч. Заснул. И пошли вперед. Эч. Ос. Не топаем. Помните, у нас экзамен начинается, и Анатолий Викторович всегда в одну сторону. Молодые люди вот он туда уходят в сторону, потом, конечно, дальше от всех и говорит, не надо топать. Не надо топать. Спортсмен не должен опускать, а послезнулся, тут было кусок татами, он бас такой шмякнулся. Не слышно, тихонечко идем, спокойненько, чтобы вот не слышно, ноги только шевелятся, а вот сверху все хорошо не двигались. Эч! Ос! Кулак согнут, локоть не сбоку, а снизу. Снизу. Тем более синий с полоской, на желтый надо уже снизу. Много я тебе пойду под мозги выносил? Тебе тоже буду. Делай сразу же, а то буду выносить мозги. Эч. Ос. Молодец. Ще. И пошли вперед. Мугры. Хаджим три раза. Ще. Молодцы. Мугры для конца. Тудум, тудум. Но вы согни и стань приготовься. Не сгибай это. Черные пояса стоят в Москве. Бусидо Мон, Шихана. Фомина, они так вот не делают, ну что-то не поправляют, как бы. Они заранее приходят, поправили кимоно, и потом оно просто не будет падать, если ты поправил сверху, как бы раз, раз натянул, то есть оно уже штаны не будет вставлять, не будет здесь расправляться, ну, сильно. И пошли, три раза вперед, мало это три раза назад. Хаджина. Макс, стой, устань или будет как с соревнованиями. Будет глубокое разочарование, потому что ты сам выбрал эту политику. Здесь кого-то ругать будет бесполезно. Сейчас не про тебя, а про другого. Но обращаясь к тебе, ты потерпи, тот человек поймет. Если сам выбрал какое-то поведение, оно привело тебя к поражению, то ты сам виноват, ты выбрал это. Советовали-то другое вроде как, да? И пошли на один счет три раза вперед, три раза назад. Эч. Алена, нога впереди прямая. Ще. Ще. Не. Ще. Чего ждете? Чего ждете? Чего ждете? Ще. Сон. Кто мне подскажет, что это было вот за движение у нас? Что мы сейчас делали? Что у нас после кихонката идет? Кихонката движение. А более как бы, ну, для чего? А более полезно будет. Ну, вот мы поделали кихонката. Поделали гонку медель. Что еще у нас остается? Ну, длинную дорожку для кёрку делали. Ос, ос, ос. И назад потом.
То есть не сразу же начали вкратце вспоминать чего как, откуда это подводящее. Каждая вещь, она к чему-то подводит, потому что вот в будущем будет какой-то элемент, он всегда там участвует, однозначно. Это как в школе, пропустил здесь, потом что-то можешь не потянуть, просто не вытянешь. Как. Макатэм? И пошли. С блоком дзёдон укэ. Дзёдон левую поставили сверху. Сверху поставили. И подсчёт. Эч. Раз. Локоть вниз опускаем, поворот делаем. Вторую подводим. Эч. Вторую подводим. Туда снизу. Ней, кружочек, перекол, а потом техника. Противник. Если удар сила, потом подойду, я вряд ли на него достану, правильно? Я должен подойти к нему и потом сделать удар, правильно? Переход всегда, потом техника. А не кто-то окрут еще к нему подошел руками, махаешь, он скажет. Понимаешь? Хорошо. Перешел, потом техника. Это ко всем элементам, которые будут дальше. Вот оно всегда так. Перешел, сделал технику. Какое у нас сейчас положение? В каком мы должны стоять? Здесь у нас тоже потом. Раз, потом дальше. Вверх. Вверх. Ты не ставит кидяй, который уже не гнется, как бы он замах. Ну, не гнется, она у него уже все правильно. Если он ее согнет, то это локоть сюда выйдет. Там еще как-то сильно. И вот здесь вот горизонтально, ровненько, посередке. Здесь ровненько. Раз. Горизонтально. 90. 90. Ней! Эч! Осель правильно сделал. Вы перешли и ждете, что не буду еще так вот не говорить. Не, не прокатит. Ней! Переход. Техника. Мало ты. Эч! Заступ. Как мы должны сделать замах или повернуться тогда сама? Как? Илюха, как думаешь, как? Сама. Давайте сделаем замах. Раз, сделали, повернулись. И... Шир. То есть на начальном этапе можно так, потом позже оно будет уже повернётесь и потом сделаете. Ну. Вообще правильно. Эч! Так? Нет? Ну тогда сделай как надо. То есть мы сделали замах. Мы так будем сегодня только 10-й делать. Если мы дальше походим, вы также косячно будете и 9-й, 8-й и следующие пояса делать. Не! Погнать, не сложно. Эч! Приготовили сама. Не, перешли сделать. Чтобы вы сделали обязательно поворот стопы, на этом сконцентрировался. И сконцентрироваться на том, что ты должен перейти в этом положении, и только потом техника. То есть акцент, вот два таких акцента. Эч. Не. Молодец. Прям чувствуй, синий фьюри в душе, что хочет тренер, то, чтобы ты сделал. Как, вот, прямо, как связь такая. Человека поукал, если получить. Мало ты. Молодец. Эч. Сейчас сделали. Повернулись. Не, и сделали сразу эч. Ну, без контекста того, чтобы делать поворот, замах. Замах, да? Переход, техника. Понятно, что поворот, замах. Переход, техника. Ну, переход, техника. То, что можно из этого тоже вроде кусорик провести. И пошли на один счет. Эч. Обязательно через вот это положение нельзя делать так, допустим, в тихонката вот таким вот образом, да, то есть грамотно. Да? А потом стойки вот так вот лупить, короче, да? Особенно там, если ты какой-то желтый уже пояс. Эч! Повыше подняли ручку. Проверяем в движении, как у нас. Стоечка ширина. Передняя нога согнута. Красавцы! Надо, чтобы здесь рука была. Вот где-то вот здесь, как ОСЛ, видишь? Вот это место, раз сюда. Чтобы
не вот эта часть, как бы тут она слабая позиция, а тут будет сильно для этого плечо больше вперед, как бы раз, руку туда выше, хоп, и вот тогда вот она жесткая будет. И чтобы ты не назад отгибался в корпусе здесь, не вот так назад, а вот все это уходило, как вот одна такая жух прямая в ногу, стоечку по длине сделать, то будет порядочек. Кто у нас тут разговаривает? Кому кляп ставить? Эч! Малте! Эч! И пошли, мугуре хаджами до конца три раза. Ос! 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 Шира! И пошли в режиме, как вот на экзамене ходим. Эч! Макс, вперед смотри, не смотри под ноги в пол. Ни! Марафон такой. Вместе, дружненько, вместе, дружненько. Чуть-чуть быстрее. То есть быстрее тому, кто отстает, надо побыстрее стараться. Не, уже не тот возраст, как бы, не тот опыт, чтобы немножко так медленно. Ич! Вперед смотрим, вперед смотрим, вперед смотрим. И из Гэдан Барай то же самое. Поставили руку. И на один счет один переход. Эч. Ни. Цм. Маваты. Мугури три раза до конца маваты. Хаджимай. Ос. Эч. Ос. Ни. Ос. Цн. Ос. Маоты. Ще. Мугурей. Хаджимай. Ос. Ос. То есть там уже ос. Можно без предварительной команды три шага вперед. Раз, два, три сделали. Раз, два, три сделали. Маоты. Ос. И пошли туда, ще, ну, до конца сразу же. Мало ты повернулись, и без команды туда дальше идете. Эч. Ос. Стремительное перемещение вперед, чтобы, блин, бац, сделать сразу же технику. Не к противнику, вы идете к противнику, ос. А не по спортзалу, чтобы сдать на пояс. Тогда будет у вас понимание того, что вы делаете. А так будет просто гимнастика, которую вы делаете, там, ну, нужно тут руку сюда, перейти, как бы, раз, бедра. А не будет как бы вот такой динамики, не будет понимания техники именно, что делает спортсмен. Иногда такая штука есть, он как делает, вроде красиво, технично, но нет понимания самого как бы вот такого, ну, что именно он делает. То есть он там принтер вставил, нажал, настрелял дорожку, куча раз сразу. А что там было, еще ползает. Эч. Один счет, два движения сразу. Тун-джун, как двоечка. Джун. Только двоечки руками, а тут вперед перешел с шагом, а назад блок. Эч. Ос. Ос. То есть противнику наносишь атаку, он тебе в ответ бьет, ты блокируешь с отходом. Ни. Ос. Ос. Отодвинули и все, она больше не шевелится. Нельзя вот так отодвинуть, и потом тут уже как это, мягкое закрытие двери у машины, да, там она болтается где-то. Эч. Ос.
Молодцы. Эч. Ос. Ос. Чуть-чуть туда сдвинулись, в правую сторону. И теперь задача ваша. Теперь ваша задача сделать шаг вперед Сойцуки. Малоте. Сгейдабарай. Малоте сгейдабарай. Макатай. Эч. Чеш. Ней. Ос. Сан. Ос. Поняли смысл? И сейчас вперед. Эч. Ос. Ней. Ос. Макс запутался. К Танюшкину приходил на семинар, когда он приезжал? Коля приходил? Ос. Понял, почему он не запутался? Вот так вот. А это с ним вот уже сколько вот месяцев живет и будет всегда с ним это. И на каждую технику, которую он будет делать, это будет очень существенно влиять. Поэтому каждый семинар очень нужная штука. Иногда некоторые вещи ты понимаешь под новым углом, когда посмотришь, но вот совершенно иначе. Смотри, все куда смотрят головой. Заметил куда? Встань так же. Ножку поставь сюда. Опа. Вперед немножко, вперед, 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 вперед. Двигай, 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 двигай. Вот, молодец. Переднюю ножку согни. И пошли вперед. Эч. Или что мы не... Вперед, да? Или мало ты там надо было сделать? Мало. Мало ты сделали. Первый сделали раз, да? Первый сейчас или второй уже? Второй. И пошли вперед. Эч. Шаг. Удар. Ней. Блок. Ус. Сам блок. Мало ты. И пошли вперед. На один счет делаем. Ну, в этом же режиме, в котором было до этого. Эч. Ос. 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 Ней. Ос. 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 Замах не отсюда. Так вот. Чуть-чуть. Куда посмотрел? Я тебе как раз показываю, он берет такой, Макс такой, и тут тренер там, Коля, говори сейчас, руку сюда поставь и скажи, замах нужно не отсюда делать, мне скажи. Замах нужно не отсюда делать. То есть вот такая картина была, то есть я ему замах, он раз такой на часы, когда я свалил отсюда, елки-палки, достали уже меня. Пойду сейчас сидеть в телефоне, и тут вот так вот, не прикрывай, у тебя что там, грудь волосатая, ты стесняешься или чего? Ты мальчик, у тебя там нету защиты никакой как бы от глаз. Ничего страшного. И пошли. Эч! Эч! Шаг! Мало ты! Мало ты! Сон! Шаг! Мало ты! Мало ты! Хантай! И мало ты сделаем. И пошли вперед. До самого конца. Мугуры. Но все дружно, с небольшой паузой. Хаджиме. Ос. 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 Ос, 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 ос. И пошли вперед. Ос. Мало ты. Мало ты. Ос. Шаг вперед. Ос. 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 Саня, Макс, соберитесь. Мало ты. Мало ты. Шаг вперед. Ос. Мало ты. Мало ты. Ос. Шаг вперед. Ос. Мало ты. Мало ты. Ос. Науры, лицом туда становимся. Молодцы. Только надо не так вот в разнобой, как бы, да, то есть смысл поняли, но надо включить еще, знаете, какой режим? То есть режим, когда группа. Там часы у нас, да? Ты смотрела, куда свалишься. Они неправильно показывают. На 10 минут. На 10 минут. Надо, Саня, короче, здесь стрелки перевести, да?
Там, надо сегодня снять, кстати, денежку построить. Там, и мне путь показывать. Ну, дальше. Ос! 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 Майка на пара. Пойти! И в режиме ипон-кумите мы сейчас ипон-кумите поделаем просто. Первое, помните, сейкен и цюпит зёдан, защита с отходом назад и контратака сейкен зёдан укэй, кинги, подсчёт эч. Шир зёдан, не должно быть такой раз и поднимание руки, нету этого, нету зёдан и поднимание, то есть сразу же туда, нету опускания и потом потянул такого по дуге вниз. Нанес, отдернул. Нанес кому-то фанера такая стена, и там отверстие просверлили, как бы, да, ты в него. Шире выдернул, шире выдернул, шире выдернул. Покатаем? Ос. Ней. Ос. Сын. Ос. Ос. Эч. Ос. Ней. Ос. Сын. Ос. Ос. Баланс держим, баланс, баланс, стоечки держим. Ич. Ос. Ни. Ос. Сын. Ос. Кингери делаем, правую руку не опускаем, правой ногой когда бьем, правая рука не опускается, они на одной высоте, эта рука и эта на одной высоте. Ич. Ос. Алена, руку назад дальше, хикете, чтобы было. Макс, руку назад дальше. И по центру рука. Передняя нога Саша согнута. Ней! Ос! Сын! Ос! Чуть-чуть переопускаешь еще. Эч! Ос! Ней! Приподняла руку. Ос! Ней! Ос! Молодец! И на один счет. Хаджима! Ос! 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 Ща! Мугурей! 5 раз. Хаджиме. Ос, 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 ще. 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 Считать научись, Аня, Алена, считать учимся до 5. У тебя сколько пальцев на правой руке? 5. Молодец, запомни, 5 раз это 5 пальцев на руке. Хантай. 6. Мугурей. 5 раз. Хаджиме. Ос. Без качаний в сторону, влево, вправо. Ос. Ос, нога напрягается, пальцы не вверх стоят, а прямая, ножку тянем. Шаг вперед. Давай, 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 догоняй. Шаг вперед, удар. Назад отошел, сделал блок. Кингери. И еще раз блок. Делали такое? Младшая разница, младшая группа, даже другой организм. А? Ну, есть такие вещи. Ну, тут запомнишь, порядок-то что-то новое. Ты же можешь изобразить, правильно? То есть это несложно, запомнишь. Отдай. Ще. Такое это, короче. Отсюда. Отдай. Такой медвежонок, короче, прыгающий. Когда эта стоечка меняется, шира, 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 шира. Вот это, а не вот это. О, такое непонятное. Не надо так делать, надо делать максимально быстро. Шира прям. Так, чтобы хлопал, вот, звук исчез, уже надо ставить другой стоечки. Левая ножка спереди, левая, 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 Кирюха, садись.
Молодцы. На ура. Что у нас еще на 10 осталось? Второй. Молодцы. Не дадите забыть никак. Так. Фуда дайте. Вот. Смотрим у нас кимоно. Аня, выходи сюда. Смотрим. Выходи сюда. Раз. Смотрим. Утилюхи форма как бы соответствует стандартам, в котором он должен находиться. То есть вот запомни кимоно, длина такая вот, и штаны длина тоже. Но закладывать внутрь надо, а не наружу как бы раз. Смещаемся вправо. Раз. Совпадает? Да. Точно? Что не так? Сорри. А? Сорри. Чего там? Ну, нет, мы про длину рукавов и длину штанов, форма одежды, как бы, пояс с правой стороны, вот на вот это, наличие лишних нашивок, что не так, что надо. Ален, выйди сюда тоже, посмотри спереди, и вот, что не так, на грани, как бы, вот такое вот. Рукава не так, как должны быть. А как должны быть? Конкретнее говори, чтобы 10 раз чуть-чуть не перестрашивать. Чуть-чуть подлиннее между... И штанины тоже чуть-чуть. Да. Поняла, да? Алена, остановись назад. Смотрим у Макса. Что у него там? Я забыл. Я не у тебя спрашиваю. Мы вот тестируем человечка. Что у него там? На ногах... Штанины. Штанины надо загнуть внутрь. Длинный, когда волочится, прицепится. Пока-то, когда выступали, тогда было куча вопросов. Один руководитель организации другому говорил, как бы, да, а тот ему в ответ, а вот давайте тогда обращать внимание на форму одежды, когда локоть, ну, закатана выше локтя, как бы, сверху. Ну, то есть, поняли смысл, как бы, нельзя, могут прицепиться так. Кто-то пойдет там на конфликт, допустим, ну давай тогда смотреть, ладно, что посмотрим, как бы, и понеслась. И на детях сразу же это отразится, но надо делать так, чтобы вот изначально этого не было, стремиться к этому. То есть на тренировке делай, что хочешь, там на это не будут смотреть, ну, грубо говоря, на закатанные рукава, ну, так тебе удобнее, там, ну, штаны закатал, ну, ладно, там, кумите когда, да? То есть а на соревнованиях надо, чтобы четко, так, идем дальше вперед, у Саньки порядок. Если только если кулаки. Что с кулаками? Одна ниже, вторая выше. Надо все правильно. Остальное порядочек, все. Так, у Николая. Пояс. Эту нашивку не видно. Нет, у нее все правильно. Просто завернуто, не видать как бы, да? Она не обязательно, ее может не быть. То есть она допускается, но не обязательно. То есть нету такого, что вот требуется. Так, смотрим дальше. Вот тут у нас девушка какая-то стоит. У нее порядочек? Да. Точно? Давай сюда спустимся. Арсель, подойди сюда, как опытный специалист, скажи, все ли в порядке? Кого, Валена? Да. Ты представитель команды, короче. Ты потратила свои деньги свозить их, короче. И вот на судействе, короче, тебя вызвали. Вот все в порядке, Шахан вызвал, короче. Да. Ну, сказать? Да. Сережки. Ты не заметила. Сережки. Снимай. Мало ли чего, как. Я не снял украшения там. Можешь снять и потом одеть на тренировке прям? Да, могу. Но пока ничего не делай. Пока я их не умею снимать. Я их не умею вообще. То есть мне их недавно одели еле-еле. Ага. Так тебе сережки подарили снимать. Ну, то есть вот такая штука. Так, у Александра смотрим. Погромче. Все хорошо. Пояс можно чуть-чуть. Да, пояс можно немножко пониже, раз. У нас пояс как на этих, на костяшках. На бедрах сюда, раз. Не на талии, а на бедрах. Это цель, да? Вот.
пришли к общему знаменателю. Цвет пояса он пришел, как бы ничего страшного, сразу покупать не надо, сдаст и тогда приобретется. Вот, единственное, что как бы с правой стороны. Не знаю просто так, что у нас вот заморочились. Молодец. У тебя что нужно поправить? Так, идем сюда, идем. Алена, отойди, а тебе не видно. Зеркало, что нужно? Ну, мы заказали уже, короче. То есть, смотрите, по форме одежды, чтобы вот, когда сдаете на экзамен, да, надо, чтобы кто-то сейчас получит это самое. Розги. Пожалуйста. Когда экзамен начинается, да, как бы обычно пошире покупают себе одежду, как бы, ну, кимоно, если пришло время менять, можно купить пошире, как бы. Меньше техника будет, косяки меньше, и сами увидите, что, ну, лучше делается, как бы, все получается, что лучше, красивее делается и так далее. Япон кумите 2. Куда дать? Майга на барае. Кмайте. Жестко. Как вот хантай делали, да? Тут быстро ноги не поменяешь, короче, ты шмякнешься. Вот здесь надо так же быстро делать, без такого требования, что шмякнешься, короче, да? Вот быстренько. И пошли подсчет. Эч! Первое движение сделали. Оно у нас делается с эйкеной цуги туда. Дальше с отходом, защита и контратака. Сейкен майге на барае. Кидзигири, да? Не! Орос! Сын! Орос! Все! Отвлеклась. И проплыла. Вот такая фигня. Эч! Орос! Не! Орос! Макс, не шевелись. Вот ногами шевелить начал, кулаком начал, вниз начал смотреть, ногу отставлять в сторону. Должен сразу же перейти и замереть. Замер, значит, все порядок. Не двигай щеками. Замри прям, как самурай такой, раз. Как в кино. Шевельнулся, короче, какая-то фигня. Его нету в сетке. Он опять здесь. Кто это? Не помню. Тишина фильм вроде называется. Две части есть там. Да. Я смотрела, там они все время молчат. А если они заговорят, то за ними мозг. На звук, короче, сразу, на движение, как бы там, ну, на резкое, как бы. Эч! Тут ручка вперед, тянется ручкой, раз, без такого замаха, ты же не, Илюха, выходи, становись, Оля, выходи, становись, Макс, выходи, становись, поближе друг к другу становитесь. Да, поближе, когда делается, то есть, да, этот захват, в нем отсутствует желание поймать сразу всех твоих, чтобы сделать одну хитзагири на всех. То есть ты ручки раз сюда, вот оно, быстро ты сделал, руки сюда раз, подтянул, пошел, вообще, а так, то есть не надо раскидывать руки. Оп! Есть такие, как бы, пытаются дракона Горыныча поймать, короче, и хитзагири ему сделать. Большой замах не делай, потому почему? Большой замах делаешь, он тебе хуя, агаути, короче, в голову, и ты такой, и упал. То есть делаешь небольшой замах такой раз. И здесь надо обязательно такое движение сделать. Опс. Жестко. И потом назад. Александр. Это как, если молотком дерево по голове? Молотком, если? Ну да. И сразу же падаешь. Спящ. Как медведь. Да. Как ежик, как суслики в спячку падает, нет? Я. Ты? Да. Ты на немецком сказал, да, да? Или чего? Или просто, что ты проснулся? Эч! Хуя! Ни! Ос! Сон! Ос! Все! Эч! Ос! Ни! Ос! Сон! Ос! Все! Жестко вперед! Не шевелится, пока нога поднимается. Сделала, назад отошла и блок. Ручки раз туда с поворотом. Сделала,
отошла назад и блок. Эч! Ос! Нет! Ос! Сам! Ос! Че! То есть немножко надо, чтобы раз, вот такое, такое движение. Раз. Да. Эч! Ос! Нет! Ос! Сам! Ос! Че! Молодцы! Мугурой! Три раза. Отжимаем. Ос, 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 ше. Ос, 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 ше. Ос, 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 ше. Аня, выйди сюда. Выходи, выходи, выходи. Алексей, выйди тоже встань. Посмотрим. Ич. Ос. Ней. Ос. Сон. Ос. Шенд. Мугуры. Хаджимы. Ос. 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 Шенд. Ней. Ос. 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 Шенд. Вот как выжили, что около дела как бы, да? Но замах вот отсюда частенько. А можно отсюда и ручки вперед вот так жестко с этого положения. Я еще заметила то, что... Макс, не отсюда, хорошо, а отсюда, ладно? Что заметил еще? То, что у Кольми на хизе-гамбере у него вот так, ну, носочек не натянет. Носочек тянет, хорошо. И когда он назад ходит, он не поднимает пятку. Назад, когда переходим, Асель, поведи с ним спиной, сделай, смотри. То есть пятку, смотри, раз, потом хоп, и назад. Вот это? Сюда лицом становимся. Туда. Туда дайте. Май гидан барайой. Майте. И отходим назад с блоком гидан барай. Подсчет. Первый счет. Поставили заднюю ногу на носочек. И замах сделали. Носочек вертикально, чтобы был полностью вертикально. Ножки согнуты, согнуты. Носок вертикально. Пяточка больше на носок. Нога согнута на носок. И здесь вот вертикально должно быть. Коля больше ножку сюда. Раз, красавчик. Молодец. Молодец, чтобы отсюда, снизу, толику вертикально шло. Молодец. Отсюда. Вертикально. И назад отходим. Не отошли. Сделали. Эч. Застоп. Раз. Пробежались, пробежались, пробежались. Носочек здесь, ножка согнута здесь. Вот так вот. Молодец. Нет. Мы шаг назад идем. Саша, соберись. На других посмотри. Пытаться убедить тренера, что это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек ошиблось, а не ты, вряд ли получится. Не! Алена спереди ножка должна быть ровненькая. Вот здесь вот, вот у нас нога ровнесенькая должна идти. А у тебя коленочка раз, наваливается. То есть сюда выровнять надо. Чувствуешь то, что стойка короткая, надо заднюю ножку больше назад. А не вперед провалить колено. Хорошо? Когда вперед проваливаешься, колено больше, ну, квадр устает, ноги устают, тяжелее будет. Эч! Не! Эч! Поставили и замах сразу же. Не! Мало ты? И пошли назад. Эч. Не. Шажочек сам. Эч. Не. Сам. Эч. Не. Сам. Эч. Раз. Не. Сам. На ура. И вот теперь с учетом этого сделаем быстренько. Япон кумите первый, япон кумите второй. Маката? Ос. Фу туда дайте. Ос. Майгэ дамбара йой. Майгэ. Ще. И дай ничего сразу. Эч.
И сейчас проанализируем, кто не сделал при отходе назад ножку на носок. Чтобы толкнуться ей на носок. И ты ей как бы еще подталкиваешься назад. Поставил носок. Поставил. И когда ты не хочешь, ты ей подтягиваешь себя как бы. Быстрее телефон будет. И как лохок, раз звука нет уже, мы должны сделать все. Эч! Не! Положу на стол и высыпу. Ногу сзади поворачивать надо. Эч! Не! Хантай! Мудрый пять раз. Хантай! Делать. Контей. И пон комите два. Пять раз. Мугуры. Колено. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Ос. 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 Ще. Дома делай, пока не раскатывай. Ос, ос, ще. Да, раскинул и все как бы. А здесь, если ты, ну, то есть с обхватом, короче, дракона мы ознакомились, да? Поворот, то есть обхватили поворот, сделали, вышли сюда. То есть мы здесь не уложили ногу, сюда поставили, назад сделали. Раз. Ударили и далеко не надо. Если мы далеко отведем отсюда, да, удар летит, нам сложно что-то сделать. Если мы здесь сделали, да, сделали удар, то есть мы шире сделали, какой-то удар летит, мы можем и сблокировать, там, допустим, уйти, контратаковать, то есть противника, махатать. Вот. То есть далеко не отводите. Это из той же серии, что стоит человек такой, тренируется его. Раз напугать, вот такой, шла такой блокирует, короче, вот такая же штука. То есть тут надо, раз чуть-чуть, раз, увидел, что он не пугает, шутит его, ха, туда в голову, пусть он, злодей, нехороший, защищай себя, часть достоинства. Хантай. Мугуры и хаджины пять раз. Ос, ос, ща, ос, ос. Ос-ще! Ос-ос-ос-ще! Ос! Замах прям реально за голову! Ос-ще! Ос! Хватай! Ос-ос-ще! Ос-ос-ос-ще! Алло, алло? Ничего страшного. А, нет еще. Эйч! Ос! 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 Ага. Хорошо, семи где-то, ну так. Дети будут. Они выходить, да, и дети как раз могли заходить. Хорошо, не отпущу. Держите, Кирюх. Сказали не отпускать. Ос! Да. Папа сказал не отпускать. Что это? Ну ты понял, да? Сделали пять раз. На уровень. Кирюха, что тебе надо поправить в твоей технике, вот когда ты делаешь? Прямая нога. Сзади прямая нога, чтобы руки там не двигались. Марс. Замаш отсюда. То есть полностью рука спереди, она блокирует оттуда бах. И здесь оттуда, чтобы.
амплитуда была, и закрытый локоток спереди. Вот кисти еще когда сама делаешь, то есть ровненько, раз, просто поставил ровненько. Так, рука что здесь, чуть-чуть отдаешь, чтобы не в сторону били, не в сторону. Вот, хорошо? Если перекол, слышите, надо широко стоять. То есть ширина плеч, если можно вернуть, вот она ширина плеч. Раз, хорошо? Вот так не вставай, так не вставай. То есть терпи прямо до конца. Стоишь долго, потом шаг сделаешь вперед-назад, какое-то движение, другие мышцы заработали, соответственно, ты отдохнул. Когда левую, туда-сюда уже не так.